Ну, мы на самом деле настраивались, как обычно, только на самую лучшую игру с нашей стороны. Но, к сожалению, случилось поражение. Но я надеюсь, что вот за время, которое у нас сейчас будет подготовиться, мы поработаем над нашими ошибками, сделаем какие-то выводы. И уже к новой игре мы подойдем совсем в другом состоянии. А в чем именно Анжи сегодня уступил Рубину? Ну, у нас, в принципе, новая команда. Коллектив еще не сыгрался полностью. И у нас есть время, чтобы исправить ошибки, сделать выводы. И уже за время, которое у нас останется перед следующим матчем, еще более сплотить команду. И уже отштриховать нашу игру.